Я Георгиевская Татьяна, и сегодня расскажу вам про мюшмулу. По-гречески она звучит как мюзмула. Это очень вкусный фрукт. Дерево вы видите сзади меня. Поближе покажу. Вот такие вот листья у него. Немножко такие ворсистые листья есть у этого дерева. Мюзмула бывает двух видов. Мюзмула германская и мюзмула японская. Германская мюзмула такого коричневого цвета, кисло-сладкая. Здесь чаще всего на юге выращивают японскую мюзмулу. Она желтенькая, желтенький фрукт. Их очень много на кисточке. Они созревают, начиная с апреля по июнь. И по вкусу кисло-сладкая. Внутри есть косточки. Обычно их две. Коричневые большие косточки. Чем полезен этот фрукт? Богатством витаминов, которые в нем содержатся. Это витамин А, В1, В2, В3. По своим свойствам и содержанию витаминов он напоминает морковь. Вечно зеленое дерево. Оно круглый год немножко осыпается, чуть-чуть сбрасывает листву. Его можно попробовать только в южных странах, в теплых странах. В Россию его не привозят, он не переносит перевозки. Он может храниться только в течение 2-3 дней. То есть, если вы хотите попробовать полакомиться этим вкусным и полезным фруктом, то вы сможете это сделать только в южной стране, где он растет. И всех своих вкусных и полезных свойствах с мюзмулой нужно быть аккуратным тем, у кого повышенная кислотность, либо индивидуальная непереносимость. За мюзмулой очень просто ухаживать, достаточно вовремя ее сформировать, как и все фруктовые деревья, раскрыть. И тогда вы не будете знать с ней проблем. Формировка обязательно, подстрижка обязательно, так как листья достаточно крупные, насколько вы видите, очень густо растут друг с дружкой и не пропускают солнечного света, солнечных лучей в центр ствола. Поэтому вот таким вот образом мы и раскрываем все в виде зонтика, как я уже говорила в предыдущих видео. Очень вкусная, сладкая, сочная, красивая. Она очень красиво смотрится и как декоративное растение в течение всего года. И когда еще дает урожай, дополнительно это витамины и полезные все вещества. Если у вас есть возможность, рекомендую вам приобрести себе это вкусное и полезное дерево. С вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч. Пока-пока.